Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. И сегодня я для вас, посмотрите, что я приготовила. Приготовила я вот такой очаровательный комплект. Это снова кулон в форме капли, потрясающих оттенков темно-зеленого цвета. И серьги-таблетки к нему же. Видите, все вышито в одинаковом, с одинаковым паттерном, одинаковым рапортом. Одинаковым узором, по-русски говоря. Здесь у меня использовано 3 оттенка чешского бисера зеленого цвета, при помощи которых они имеют разную структуру, разную окраску разную. Есть блестящий, глянцевый, такой даже вот с радужным каким-то переливом, зеленый, очень искристый, красивый, шикарный. Есть матовый, японский, кстати, бисер такой, он немножко приглушенный, как будто стертая у него поверхность, как будто, знаете, как наждачечкой кто-то взял, потер. И есть, так, какой у меня здесь третий цвет, темный, самый темный, почти черный, вот такой темно-темно-зеленый, насыщенный, темнее, чем сосновая старая хвоя. И все эти оттенки очень замечательно придают этому кулону какую-то вот бархатистость, какую-то вот такую вот структуру, даже трудно мне слова подобрать, как бы глубину, объем. Очень красиво. Я вот сделала в Инстаграме, уже выложу фотографии, где вблизи вы можете обратить внимание, вот подробно рассмотреть в мельчайших деталях, какой здесь интересный рисунок, какие интересные переклички цветов, оттенков и вообще вот что я здесь намешала. А намешала я здесь немножко цветочков миниатюрных розовых оттенков, тоже 2 оттенка, один такой более в сторону кораллового, другой такой нежно-нежно бледно-розовый с легкой перламутровой такой вот поверхностью. Здесь у меня, видите, вот эти вот яркие такие сияющие такие вот прям лучики солнца они улавливают. Это жемчужинки Сваровски. И здесь у меня бусины прозрачные, очень ясные. У них такая поверхность натяжения, что у меня стойкая ассоциация появляется вот, с мыльными пузырями, которые мы в детстве все пускали. Да? И вот у них вот эта вот поверхность пузыря, она такая как-то вот... Ну, настолько чистая, настолько тонюсенькая, она такая натянутая, что вот эти бусины, они точно такие здесь, понимаете? Как будто это маленькие мыльные пузыречки. Или капельки росы, когда вот, или после дождя смотришь на листочки, собралась, стеклась такая, и она вот такая вот дрожит, нежная такая, искрящаяся на солнце. Вот здесь точно такие бусины. Это тоже дорогие, премиального качества бусины одного очень известного бренда, но я не хочу их озвучивать, чтобы никто не свистнул идею. В общем, скажем, остановимся на том, что это очень чистое, ясное стекло с немного розовым оттенком. Не знаю, передает ли видео, не передает, но на всякий случай зайдите в мой Инстаграм. Здесь у меня на моем канале, в разделе «О канале» я оставляю все ссылки на свои социальные сети, все контакты для связи, можно со мной связаться, можно перейти по соцсетям в мой Инстаграм, подписаться и посмотреть не только видео, но и фотографии моих украшений, сделанные крупным планом, детально. Так, серьги тоже дублируют полностью весь рисунок кулона. По поводу фурнитуры, я сейчас демонстрирую вам эконом-вариант. Это обычные нержавеющие швензы, но тоже хорошие гипоаллергенные. Они еще продаются, их как позиционируют, как из хирургической стали. То есть без всяких там вредных покрытий для организма. Вот что я хочу сказать. Бейл на этом кулоне тоже из хорошего, отличного ювелирного сплава. Но это не драгметаллы. По поводу драгметаллов, я приобрела специально для вот этих вот своих комплектов у одного ювелирного мастера, ювелирной мастерской киевской,
довольно известной и популярной. Я вижу, что их продукция пользуется отличным спросом. В Инстаграме все вот мастерицы, рукодельницы, кто работает бисером, камнем, я вижу, что они приобретают их фурнитуру этой мастерской. Я тоже заказала там. И сейчас у меня в наличии есть два комплекта фурнитуры из серебра 925 пробы для вот этих вот моих наборов. Один комплект более консервативный, там такие капельки с окошечками, такой как бы классический и не слишком шикарный, но аккуратный такой, ну, как вас, ну, не запрягала и нукая, да? Ой, запор мыслей, понос слов. Как трудно бывает сбиться, начать говорить что-то и затупить, когда снимаешь ролик. Ну, ничего страшного, вы меня поняли. Чем долго рассказывать, лучше пройдите, посмотрите. Здесь на Ютубе есть этот ролик. Я сняла там эту фурнитуру. Второй комплект. Там такие капельки очень ажурные. Очень такие богемные. Для любительниц всяких изысков, роскоши и детализации. То есть, кто любит серебряную фурнитуру, могут выбрать к этому комплекту за дополнительную плату. Цены я все прописываю в Инстаграме. В каждом посте с украшением я решила теперь дополнять ценами. И на фурнитуру отдельно, и на эконом-вариант, просто вот комплекты, что почем, все вы найдете. Вышивка моя крепится на кожаной основе, основа из натуральной кожи. Бархатистая, нежная, мягенькая такая, приятная. То есть она не царапает, она не повреждает одежду. Цепочка не продается, цепочка это моя. Мамин подарок, серебряная тоже, очень такая красивая. Я ее использую для себя. Я ношу сама свои украшения на этой цепочке. И для демонстрации здесь, в Инстаграме на Ютубе. Так, все рассказала? Жду от вас лайки, жду от вас реакции, жду от вас комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, кто впервые заглянул. Будет много вкусного, интересного. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. До встречи.